Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить Elder Scrolls Легенды. Ну что же, думаю, вот этого вот выбрать для следующего поединка. Эти бойцы так и рвутся порадовать вас кровавой баней. Рожденный у моря, значит, да? Какой-то старичок. Ваш противник выходит на бой, заранее усилив защиту. Кладбище, когда на этой линии убито существо, негниющий драугр, призывает 1-1 гниющего драугра. В принципе, все ясно. Так, давайте Левиафана заменим. Ну, я не знаю, в принципе, нормально. Остальное у нас все хорошо. Ё-моё, ну зачем мне дозорной крепости-то сейчас в данный момент, а? Ай-яй-яй-яй, ребята, 3-3-5. О, хоть что-то нормальное. Манна у меня есть, отлично. Давайте, наверное, сделаем. Вызываем его. Ух. Да-да-да, я так тоже думаю. Будет победа очень сладкая. Что это такое еще? Ёлки-палки. Оу. Йоу, ты больно резво начал, браток. Тебе не кажется так, а? Ну, что бы поставить-то нам? Давайте, наверное, сокрушительный удар. Нет, не прокатит. Хотя, почему не прокатит, ребята? Все у нас замечательно пока идет. На-ка. Пропускаем ход. Ждем его дальнейших действий. Ёлки-палки, этот тролль или как его там, гнол, меня достал уже, а? На самом деле. Уничтожаем стража. Давайте оружейника из Брумы, наверное, поставим. Да, у нас выбора больше нету, только его и ставить. Так, отлично. Да, еще, конечно, сейчас получим 4 урона. О, рывок смертоносный. Ты посмотри-ка, а, что делает? Что он творит? Слушайте, ребята, что-то как-то довольно резво он меня разбирает. Мне это совсем не нравится. Надо что-то выставлять на ту сторону. Давайте рывочек. Атакуем этого нимпа в лицо здесь. И давайте, наверное, исцеляющие руки. Вот так вот. Посмотрим, что он будет дальше делать. Туда, туда. Что? Туда, туда? Да хорош, ну... Ё-каламане, ты смотри, а? Че он делает, что творит? О, вот это хорошо, костяной лук, это замечательно. Ну, нужен ли он нам сейчас, а? Блин, я даже не знаю. Давайте стража, это по-любому. Атакуем здесь и уничтожаем. Пропускаем ход. Ух. Ты смотри, что творит, а? Отозвал мое существо обратно мне в руку. Ну, я его сейчас, наверное... Хотя у меня капитан. Давайте-ка вызовем капитана со стражем. Вот так, отлично. И теперь, наверное... Нет, немота нам, наверное, еще пригодится. Давайте в лицо все ему сделаем. Костяной лук. Что бы нам с ним сделать, ребята? Давайте, знаете, что, наверное? На орка. На орка, да, укрепим его. А немоту поставим, давайте, на этого орка. Да, 2-2, конечно, будет, но не беда. Зато тот орк 4-1. Рыба-убийца. Опять этого беса вызвал, ё-моё. И прожорливый крокодил. Тихо, что такое? Ха, сам себе нанес урон, отлично. Это нам только на руку, ребята, давайте делать так. А, они в тени, елки ты палки. Да ее то берег существу. Ну-ка. Не прокатил почему-то оберег. Давайте усилим немножечко. Атакуем крокодила. Ну, а здесь нам в любом случае придется все в лицо идти, потому что они в тени, нам их не достать. Ух, ребята, надеюсь, что... Оу, 4-1. Оу, да ладно, хорош, в самом деле, что ли? Ты смотри, что творит. Стража мне еще убрал. Нифига тут у нас заваруха, ребята. Мумификация, я даже не знаю. Ай-яй-яй, кого? На кого можно ее сделать? Давайте, наверное, на вот этого сделаем. Сейчас мы все будем бомбить в лицо, ребята.
Черт тебя подери, посмотри, все, кто по единичке были, стали трешечками. Не хватает у нас, да, дамага? Хотя, почему не хватает? Все у нас замечательно, ребята, и хватает. Давайте, наверное, сделаем вот так. Сюда мы поставим немоту, а на кого? Давайте на этого. Вот так. Не действует почему-то немота, ребята. Кровь и слава. Ну давай так тогда. Да хорош ты со своим драугером, задолбал. Так, ну еще есть, у меня еще есть, ребята, возможность. Никого не щади. Так. 5-5, я надеюсь, ты выдержишь у меня. А, 5-4. Так, есть удар. Второй выдержал, молодец. Все пока идет как надо. Опять он рыбу-убийцу вызывает. И крадущийся крокодил. И еще такого же. Все, ребята, я иду в лицо, ему крышка. Поехали. Слишком долго он сопли жевал. За что и поплатился. Ребята, я поздравляю нас с очередной победой на арене. Сейчас нам еще предложат на выбор, не забывайте, карточку. Сейчас мы ее выберем. Что тут у нас будет за карта? Так, тяжелая секира, мыслитель и разоритель. Я, наверное, возьму, ребята, все-таки тяжелую секиру. Можно было бы стража, но он 3 маны и 1-1, как-то не айс. Ну что ж, кого выбираем-то? Потрясающее. Давайте ее. Похоже, этот боец далеко пойдет. Да-да, я тоже надеюсь, что я далеко пойду. Фух! Ну, как говорится, была не была. Монарх льда. По всей видимости, это маг льда будет у нас. Это крепкий противник. Ну, спасибо, что предупредил хоть. Давайте это убираем, убираем. Во, хорошо. То, что... О, вообще замечательно. Ха-ха. Жалко, что у меня нет кольца. Ну что ж, здесь пропускаем ход. Черт подери. Но зато он профукал оковы. Обычно ее вызывают на оковы. Ладно, давайте-ка мы сделаем вот так. В этих деревьях. На одну ману будем впереди. За предел. Не отступай. Что ты там творишь? Оу-оу-оу, тихо, тихо. Блин, да что ж такое-то, а? Ладно, нам надо, ребята, наверное, стража выставлять. Хотя, ну-ка. О, шикарненько прошло. И все в лицо. Черт подери, он меня сейчас разобьет, конечно. Да, разбил. Вечный автомат. 2-5. Довольно неплохой такой, да? 2-5, статы хорошие. Давайте, наверное, вот этого ставим, стража. 0-5, чтобы он так легко нас не пробил. И орка. У, 3-3 стал, замечательно. Какого лешего он стал 5-5-то? Ё-моё, он при атаке повышает себе на 3 урон. Ну-ка, давай-ка уничтожать его как можно быстрее. Нам такие не нужны здесь, на поле боя. Потанцуй со смертью. Я сейчас с тобой потанцую, блин. Так, пророчество. Это ну давай, выставляем его. Еще один вечный автомат. Незадача. Рывок. Минотавра у нас нет, мы сделаем вот так вот. И в лицо. Черт, смотри-ка, а, я уничтожил карту, она вернулась на поле боя. 5-4. Да ё... Да ну хорош ты так разбирать-то, лихо, больно. Потанцуй со смертью, блин. Я даже не знаю, что и делать, ребята, а, я весь в... Адовинка, это хорошо, но... До тебя дожить еще надо. Давайте, наверное, вызываем... Давайте рывок. Хотя капитан со стражем... Нет, давайте рывок все-таки вызываем. И еще один. И вот так вот. Лучше сделать так, ребята, чем он сейчас мне стража снесет. К твоим услугам.
Страж, 2-1. Ну, тебя-то я сейчас... Так, дозорной крепости, страж. То, что надо. Но мы вызовем капитана со стражем. Атакуем в лицо. Блин, у него, конечно, карт не так много. Святые слова Велотти. Что? Что такое? Что-то там. 6-6, страж. Довольно крепкий. Блин, мне его надо как-то пробивать, ребята. Но этого-то я уничтожу однозначно. Давайте тогда мы сделаем... Выставим дозорного, а потом через костяной лук. Да, наверное, так будет лучше. Этого уничтожаем. Потому что он страшно, нам не пробиться. Ай-яй-яй-яй-яй, здесь страж у него. Так, придется нам тогда через костяной лук. Нет, давайте, наверное, мы стража своего укрепим. 1-5 его сделаем, да? 1-4? Блин. Ладно, хрен с ним. Главное выстоять. Подходи и получишь по заслугам. Рывок, 1-5. Ёлки-палки, что творит, а? Очень-очень плохо. Да ну, еще горный шатун. 7-5. Оу-оу-оу-оу-оу. Ребята, совсем все очень плохо. А до Винка еще далеко. Придется Левиафана вызывать. А что делать? Тебя на куски порежу. Ну, он сейчас по мне сколько здесь? 13-14 урона нанесет, и все. Я проиграл, ребят. Я проиграл. Ваковы. Так, оружейник из Брумы. Две карты он мне дал. Ёлки-палки. Ну, здесь, ребята, я стопудово. Хотя, мумия. А что мумия меня спасет? Ну, давайте вот этого, наверное, шатуна горного. Так, хорошо. Ну, он еще одного вызывает, а? Как специально. Ну, давайте подумаем, что мы можем здесь сделать. Наверное, ничего. Стража. Ну, стража я уничтожу, это понятно. Как же быть? Пробуем, ребята. Надеюсь, что-нибудь хорошее даст. Так. Получает иммунитет к немоте. Спасибо. Подражатель. Эй, фигня какая-то, ребята. Просто ерунда. Блин, я не знаю. Герои Анвила. Крепитесь, солдаты. Никто нам рот не заткнет. Это уже просто от безвыходности. Просто от безвыходности. Оу! Оу! Ну тут. Ну тут-то понятно все уже. Хана, как говорится мне. С какого перепуга все карты-то мои уничтожились? Я что-то не понял. Ёлки ты палки, вот это да. Ребят, у меня еще одна возможность осталась. Если я проиграю, титул получил. Капитан. Если я еще раз проиграю, мы с вами не пройдем арену. Давайте тогда с нее начнем. Свирепый драчун. Мы от тебя тоже когда-то погибали. Здесь многое зависит от руки, ребята. Как рука выпадет, если хорошая, то победа за нами. Если плохая, то нет. Я думаю, оставляем. 2, 3, 4 как раз идут по пребыванию. Давайте выставлять протектора. Так, дальше у нас пойдет молодой мамонт, по идее. Это будет здорово. Да какого фига-то? 5-2, ну нормально, а? Что же нам сделать-то? Молодого мамонта будем ставить. Только через и в лицо. Даже если он сейчас мне в лицо даст, я его уничтожу нафиг. Оу, имперский доспех. Ха-ха. Ты укрепляешься. Ну и я тоже буду укрепляться. Давайте, наверное, Минотавра. Жалко, конечно. Костяну... Оу, сейчас укрепимся, ребята. Так, немоту на этого делаем. И уничтожаем. Пускай лучше так.
чем опять получать по щам, как говорится. Рывок, 1-1. Ну, это не страшно. Ага, он на него повесил стража. У нас с вами два варианта. Либо Минотавра вызывать, или же решетку. Давайте, наверное, решетку влепим. 0-9 все-таки выстоит. Да какого лешего-то, а? Ты посмотри. Сегодня мы победим. Победишь ты у меня сейчас. У тебя нет карт, я смотрю, а это мне только на руку. Давайте Минотавра. И... ну, паука давайте. Возьмем хотя бы карту. Что нам дали? Ага, разорителя. Давайте этого уничтожим. Фиг с ним. Ух ты, еще и минус 2 ему по лицу дал. Пустите им кровь. Отлично, мумификация. Давайте так вот сделаем. Все равно, как говорится, на халяву. И теперь готов оружейника из Брумы. И понеслась у нас. Так, имперский доспех нам не нужен пока. Вот так. 3-5, довольно неплохо. А этот у меня сколько станет? 4-3. Ну что, я думаю, у него где-то подгорело. Самый нелепый ход, который можно было только от него ожидать. Мы устоим. Новичок Вайтрана. 4-2. В тени. Так, мы можем, в принципе... А зачем нам? Немота нам не нужна, а вот это пригодится. Давайте еще доспешек, наверное, влепим. Оу, 3-11. Шикарно. Ну, что он там делает? Ну, конечно, он пойдет в лицо, это понятно. Оберег. А он прорыв. 5-3. Солдат Вайтрана еще. Блин, 6-2. Вот незадача. О, маленькая девочка. Ну что ж, давайте немоту на 5-3 наложим. Нечего, как говорится, ему тут. Твоя и уничтожаем. Хотя вид... давайте ты вот так вот сделаем. Мне. Опа. Слишком поздно. В лицо. В лицо. А здесь вот этого уничтожаем. 6 он мне сейчас пропишет, это понятное дело. На берег, на линию. У меня нет, некому ставить, там все занято. Оу, нет, 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 так нечестно. Горный тиран. Лютый голод. Слушайте. 3-3. Вау, все, ребята. Ему крышка. Вот так мы делаем. Ну, а здесь все идет у нас в лицо. Ему хана. Хе-хе. Замечательно все. Ну что же, ребята, поздравляю нас с очередной победой. Все прошло как нельзя хорошо. Теперь мы знаем, что часть пророчества настоящая. Но теперь, когда она исполнилась, это уже не пророчество, верно? Да, верно, Киандра. Ну что же, ребята, давайте возьмем карту к себе в колоду. И это будет... о, кровавый дракон, наверное, скорее всего. Хотя страж Чернотопья. Нет, дракона. Все, осталось у нас два оппонента. И это уже будет в следующей, ребята, серии. А на этом я завершаю эту серию. Всем спасибо за просмотр. И мы увидимся скоро. Скоро увидимся, ребята. Так что не пропадайте. You can't stop now.